Добрый день! Сегодняшняя тема – это большая ось Парижа в пару к аркам Древнего Рима. Древний Рим придумал триумфальные арки для встречи войск, а в современном мире такие триумфальные арки тоже очень любили строить. Ну, не больше в современном, а в XIX веке в честь всяких побед строились триумфальные арки. И вот на большой оси Парижа находятся аж две триумфальные арки, которые я вам хочу показать. Но сначала про саму ось. Это огромная линия, длинная, предлинная в несколько километров, которая идет через от центра Парижа на запад. Вот такая длинная-длинная улица, хорошо читаемая. Начинается она от Лувра, от пирамиды, которую мы с вами уже видели, которая вход в Лувр. И если мы встанем перед этой пирамидой и обернемся на 180 градусов, мы увидим арку на площади Карузель. То есть вот у нас от этой пирамиды начинается туда вот эта вот большая или триумфальная, или историческая ось Парижа. Арка очень похожа на древнеримские, то есть и на арку Септимия Севера, арку Константина. Можно делать две картинки вместе, искать разницу. То есть разница, конечно, есть, но очень-очень похожа. То есть арка прям взята с арок Древнего Рима. Если мы продолжим двигаться по парижской большой оси, то следующая точка на этой линии это будет обелиск на площади Согласия. Обелиск мы с вами тоже видели, вот он не просто так стоит в Париже, он находится ровно на большой оси, то есть вот эта точка на оси. И если продолжить двигаться дальше, мы придем ко второй арке. Она уже меньше похожа на римские арки, но тем не менее это точно форма триумфальных арок из Рима, прям вот используется оно. То есть оно уже без кайлон, уже не так точно. Но эта триумфальная арка называется Большая Триумфальная Арка, потому что она в 2,5 раза больше, чем арка на площади Карузель. То есть представляете, вот та арка, она вот примерно вот такого вот размера, небольшая в сравнении с этой. И чуть позже была построена большая арка на площади Звезды. И дальше эта линия продолжается, и там оказывается еще большая арка. Это арка района Дефанс. Архитектор говорил, что он как раз хочет попробовать сделать, построить арку, триумфальную арку в современном стиле, а не оглядываясь на Древний Рим. По сути, это не арка, потому что в ней нет распора, не потому что у нее форма не круглая, а потому что это безраспорная конструкция, но называется она Большая Арка Дефанс. Еще разочек пройдем по всей оси. Начинается она от Лувра. Здесь в Лувре стоит пирамидка. Где-то вот в начале парка площадь Карузель с малой триумфальной аркой Парижа, обелиск египетский на площади Согласия и площадь Звезды. Она называется площадь Звезды, потому что она вот такой вот звездочкой. Говорят, на ней очень легко заблудиться и запутаться, куда же идти. И, соответственно, арки, обелиск держат вот эту вот длинную ось, которая заканчивается в районе Дефанс огромной современной аркой. Вот еще один вид через обелиск на Большую арку Парижа, и он там уже вдалеке Дефанс виден. Очень рекомендую видео Елены Ауловой «Как устроен Париж». Она кратко и четко рассказывает структуру города, как в нем не заблудиться и что в нем стоит посмотреть. Спасибо большое за внимание.